Всем привет! Сегодня у нас 3 декабря 2015 года. Решил я съездить к Толяну домой. На связь Толя не выходит. Будем стучаться ему в дверь. Вот уже его дом. Пятиэтажка. Большая академическая 18А. Нужна 13-я квартира. Большая академическая 18. А вот и дом Толика. Большая академическая 18А. Из достоверных источников известно, что квартира 13, 4 этаж. Наберем номер квартиры, допустим, 8. Не вызванивается. Так, ладно, подождем, как кто-нибудь будет выходить, либо заходить в подъезд. Давайте посмотрим, горит ли у Толика свет. 4 этаж. В комнате свет не горит, горит как будто бы либо на кухне, либо в коридоре. Темно, спит что ли, а? Пора бы мужу проснуться. Время 8 часов. Спасибо женщине. Квартира Толика. Звоним. Блядь, звонок что ли не работает, не пойму. Постучим ключами. Толя. Толя, выходи. Толя. Тебе посылка пришла из Америки. Толян. Тишина. Давайте позвоним соседям. Добрый день. Скажите, вы не знаете, Анатолий Маркин тут живет? Ой, я даже не знаю. А, вы этажом выше, да, наверное, живете? Я вообще здесь не живу. А, вы вообще здесь не живете. Что, задолжал? Да нет, посылка пришла ему с Америки. О, а телефон нет, что ли? Да дозвониться не могу. Пришел домой приехать. Толя, выходи. Толя, тебе посылка пришла из Америки. Толян. Толян, выходи. Нет, ребята. Либо Толика нету дома, либо он не хочет открывать дверь. Печальное событие. Очень печальное. Получается, зря ехал. Thank you.
Через два дома от Толяна, на Большой Академической 12/18, находится секс-шоп «Основной инстинкт. Товары для обольщения». Как думаете, Толя сюда заходит, нет? За каким-нибудь товарчиком. Резиновая женщина, например. А вон, кстати, продукты, колбасы. Видимо, здесь он и затоваривается. Хотя не факт. Так. Ладно, делать нечего. Едем домой. Это главное событие дня сегодняшнего, так что на этом все. Рядышком есть аптечный пункт. Видимо, здесь Толя затоваривается таблетками. А еще рядом есть сеть «Смешные магазины». Одежда, обувь для всей семьи. А здесь Толя покупает одежду. Какой интересный у него райончик-то. Всем спасибо за внимание. Холодно, однако, хочу вам сказать. До скорых встреч!